Идемте на крышу. Я не могу прыгать только. А он не будет. Вы что, офигели? Десятый офигел здесь? Это не первый этаж вообще. Это второй. Первый. Да, первый. Полупервый. Полупервый. Между первым и вторым этажом. Буду прыгать раз. Мы сейчас пойдем на горку на эту. Только надо все это обходить. Мы сейчас сейчас придем и еще покажем. Никогда не прыгайте, как я. Все, давайте. Мы сейчас придем на эту горку и будем играть. Короче, вот пацаны, вот наша акация, да? Сюда приезжайте. Приедете сюда, мы будем вас ждать. Мы живем на Оликом. Координаты наши будут в описании. Ладно, мы сейчас пойдем звать. Кого? Аннелли. Давай. Вот снег падает очень. Аннелли. Вы слышали? Не слышали, ладно. Давай, Аннелли. Аннелли, мы зовем. Илона к нам подбегает. Здесь слякоть. Один минус, что здесь у нас этот аномалия. Снег выпал раньше, чем должен был выпасть. У меня там где-то будет. Синяя, где мы же? О, а? Вот мы где. Остановка вот такая. Вот такая, да. Видим, да. Потому что там остановка. Если вы на вокзале, тогда можете пешком дойти сюда просто. Или с великом. Или с великом. Или на автобусе. Или на автобусе. В 26-м автобусе там. На 1-м автобусе. Короче, на любой автобус. На любой автобус к нам. Нет. Ну, почти на любой. На первый, на 26-й, 12-й. Девятый. Девятка, 16-й. 16-й еще автобус. И все. 22-й автобус едет? Нет. А, нет. 27-й едет? Нет. Не едет? 46-й едет. А, да, 46-й. А у меня все болит, я не могу бегать. У меня щека, у меня здесь кого-то тут, ребята, здесь кого-то зажимает. Да, у меня вот здесь в боку болит теперь. Мы сейчас придем через Казахстан. Через Казахстан? А зачем? Ёлки, вот. Ёлки здесь такие, ёлки. А, кстати, сфоткаемся? С Новым годом. Какой с Новым годом? С Новым годом? Новый год. Пошлите здесь, сфоткаемся. Сфоткаемся? Ну, да. Давай. Но у меня передней камеры нету. Тебе есть же? Нету. Нету. У меня передней вообще нету камеры. Ты же сфотку занес. Дай, если так... Нажми на этот квадратик такой.